Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Король вне закона. Всем парням, которых я любила раньше, привычная жизнь Лары Джин переворачивается с ног на голову, когда все письма, которые написала своим возлюбленным, неожиданно попадают в руки к адресатам. Жертва. Консультирующий хирург Тора Гамильтон вместе с мужем Дунканом переезжает на удаленные Шотландские острова в 100 милях от северо-восточного побережья Шотландии. На территории своего дома Тора находит изрезанное руническими знаками тело молодой женщины, вместо сердца у которой дыра. Не обращая внимания на предупреждение оставить все как есть, Тора все ближе подбирается к страшнейшей легенде, которую никто и никогда не осмелился бы записать. Макбет. Холодные поля Шотландии, военный лагерь, всегда готовый переместиться в другое место. Макбет всегда на войне. Его жена, недавно потерявшая ребенка, боится потерять еще и мужа. Чтобы удержать его рядом, она начинает свой проект по устранению конкурентов в борьбе за королевскую корону. Виктор Франкенштейн, 2015 года. Новый взгляд на фантастическую историю Виктора Франкенштейна, на этот раз с точки зрения его помощника Игоря.
«Чужестранка». Сериал рассказывает историю Клэр Рэндалл, военной медсестры из 40-х годов 20 века, которая во время прогулки у легендарных шотландских каменных кругов загадочно перемещается во времени в 1743 год. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!